Всем привет! И мы приехали отдыхать на природу. А знаете, в какое мы место приехали? Там, где есть троллейный спуск. И я сегодня собираюсь на нем съехать. Пока мы находимся на пляже. Здесь пока мало людей. Свободные беседки. Но я думаю, это все изменится в скором времени. Мы пока расположились вот так. Расставили наши стулья. Еще не доехал наш стол. Юля с папой здесь. А остальных пока еще нет. Пойдем прогуляемся по пляжу пока и покажем ребятам, что здесь есть. Хорошо. Есть на пляже вот такой стол, где можно помериться силой. Давай. Давай другую руку. Так. Взялась, Ярослава. Готова? Да. Ой, кто сильнее? Подожди, сейчас. У меня рука не удобна. Лучше возьмемся. Давай. Раз, два, три. Поехали. Нет, ты не сильно. Я сильно, но как это не сильно? Я очень сильно. Ты сильная девочка. Нет, неправда. Правда, можно здесь очень весело провести время. Это вот так вот надо. Пойдем дальше покажем, что здесь еще есть. Можно поиграть в волейбол, есть сетка. А можно еще поплавать на байдарках. Да. Смотри, плавает. Лодка плывет. Тут можно и просто поплавать, и с пирса попрыгать. Да, я думаю, можно по-разному развлечься. Да. Здесь, конечно, не очень большой пляж, но все равно такое неплохое место. Да, там еще качельки есть. Сходим на них? Да. А самое главное, что здесь есть пост спасателей. А можно и здесь накупаться, а потом покататься. Так, а где спасатели Малибу? Пока я их не вижу. А, смотри, написано, купаться запрещено, прыгать с пирса запрещено. Ну, купаться, конечно, не запрещено, а вот прыгать, наверное, нельзя. Я думаю, здесь, скорее всего, просто мелко. Останавливаются, скорее всего, вот, можно. Возможно, не знаю. Но по каким-то причинам смотри, прыгать мелко, нельзя. Да, тут мелко, ты посмотри, речка. Это можешь внизу. Видишь? Да. Вообще мелко. Поэтому прыгать здесь и нельзя. Ну так смотри, сколько много рыбы. Рыбы много. Вода, кстати, очень прозрачная, и видно всю рыбку. Да, кстати, круто было бы, если бы можно было на поплавок тут порыбачить. Тут было бы хорошо. Вот же рыбачка. Папина дочь. Там рыба большая. Ну конечно. Я же говорю, папина дочь. А впереди нас, он там натянут трос. И через эту реку спускаются ж на троллее. Как водичка тут чистая? Ты знаешь, чистая. Да, даже дно видно. Видно рыбу. Рыба есть? Да, да. А спиннинга нет? Так она поплавок, говорит. Так мы не брали. Жаль, что нельзя, кинуться. Говорит, половить здесь на поплавок. Папина дочь. Папина рыбачка. О, вон, глянь, какая большая, смотри. Да. Наверное, не будет видно через камеру. Почему-то одна байдарка и больше нет. Или они не работают, или правда будет только одна. А вон уже люди спускаются на троллее. Это, наверное, для соревнований шины, да? Ты же спортсмен. Они одинаковые, мне кажется, вот это вот больше. Это вообще огромное. Это огромное, да, это еще выше, чем первое. Сюда уже так не запрыгнешь. О, тише! Ярослава! Я попробую так сделать. Это типа... Ай! Ты что, серьезно? Аккуратно! Интересно, для чего их сюда привезли? Ой. Аккуратно. А что, тихо? Опа, и папа пришел. Опа. Пойдемте это поиграйте в армрестлинг, да? Правильно называется? Да, еще резина, Мишелин. Устроим соревнования. И узнаем, кто сильнее у нас в семье. Я, конечно.
Не поддаваться, папа, понял? Подожди. На счет три. Давай. Один, подожди, два. Подожди, мама скажет. Один, два, три. Давай, Ярослава. Ты поддаешься, нельзя то. Я чувствую, как он поддается. Как ты можешь чувствовать? Ты поддаешься. Ярослав уже аж танцует. Я знаю, как он сумки носит. И что? Он очень сильный. Ну ты очень сильная, ты очень сильная. Я когда с тобой играла, я тебе серьезно говорю, очень сильная ты. Юля вызвала на бой. Юля нашего папу вызвала на бой. Давай, Ярослава. Яся, давай, группа поддержки. Ясечка, смотри. Так, ты-то вот не начинай. Давай, на счет три. Так, делаем ставки. Делаем ставки, ребята. Я на Юлю. И пишем в комментариях, кто победит. Давайте, на счет три. Раз, два, три. Мне нужна помощь. Давай я буду с Юлей. Раз, два, три. Один-один. Один-один, да. Все три, молодец. Раз, два, три. Три. Скажи, сильная она. Да ты сильная. Победили. Красотка. Что это у нас здесь вообще происходит за разминка? Колесо! А ну еще раз! Сюда иди, в тенечек, а то ты там возле деревьев. Так, на руках, да? Папа предложил походить на руках, а Юля предложила сделать колесо. Это то, что я умею. А ну давай. Ну как бы умела. Лет 20 назад. Опа. Молодец! А теперь ты, Ярослава, колесо. Давай. Есть. Ну, давай, папа, конечно. Должен, да? А мне не с руки так, я так не смогу. Как не с руки? А я только вот из А чего? Отойдите, а то он вас ударит. У меня одна половина мозга работает. Не, ну по-настоящему на Ну давай. Браво! Просто гимнаст. Все, так, ну следующий этап. Гимн кто? Гимнаст. Ходим на руках, да? Да, на руках. Ну давайте, папа первый. Не, папа последний. Давай, давай, ты предложил, давай. Покажи мастер-класс. О, круто, нифига себе. Хорошо, это у вас семья циркачей, мне вот не понравилось. Единственное, что я умею ходить на руках, это вот там. Ну, Юля, по-своему. Самое сложное. Давай, Ясь, пробуй. Я говорю, семья циркачей, да. Давай, давай. Ну, чуть-чуть получается. Надо одну, за одну ногу держать. Давай. Молодцы. Бурные аплодисменты вам. Ты становись, а я придержу уже, когда ты встанешь. О, красотка. И вперед. Пойдем, пойдем. Ручками пошла, пошла, пошла. На природе нужно с пользой отдыхать. Все, пускай. Молодец, дайте. В общем, вы все втроем заслужили лайк. Да. Наша тройка самых смелых все-таки собрались спускаться на троллее. Удачного вам пути и хорошей поездки. Спасибо. А я буду ждать вас внизу. Мы пошли. Страшно тебе, Ясь? Почему не страшно? Потому что я уже съезжала. Да? Нет, потому что ты просто смелая. И я так думаю. Так как ты в скалодроме прыгаешь, никто так не прыгает. Ребята, смотрите, по какой дороге нам приходится идти. Мы как в джунглях. Наконец-то мы выбрались в парк. Посмотрите, какой здесь вид.
класс. Красиво. На смотровую пойдем? Не, я не хочу. Я хочу сразу прям одеться. Ну, сразу не получится, там же очередь. Пойдем на смотровую, сходим. Сейчас будет ехать Юля. Самая смелая летит Юлечка. Отлично! Ну как тебе, понравилось? Здравствуйте. Еще бы поехала? Да, да, очень прикольно. Готова? Да. Пускай тандем. Принял. Все. Хорошего полета. Спасибо. Все? Да. Поехали. А теперь ждем Виталика и Ярославу. Ярослава, как всегда, в восторге. Машет уже рукой. Хочется, наверное, быстрее, быстрее. С приездом вас! Спасибо. Ну как? Круто. В том году быстрее ездила или нет? Так же. Да! Ура! Победа!